показывают часы. Я правда не знаю, где мне надо было порвать. Термометр мне точно. Слушай, на следующей же неделе первый такой летний дальше. Клуба? Да, да, да. Слушай, здесь без утеплительной сетки, да, просто на вылет и все. Я спрашиваю, мне сказали, что это может быть. Ну, по ситуации, да? Надо к ним подходить, ты что я хочу. Ага. Вот, подходить к кому? Конкретно. На самом деле, есть главный судья, Кирилл Борщов. Борщов, ага. Есть наши девочки. Я завтра играю, а все сетки. Я говорю,
задачу.
боги ваты, не знаю, разбудишь, разбудишь. У меня парад на выходные. Попал.
как, ну, как стартовую скорость, то есть надо, ух, ну, короче, они тут и четкость надо крутить. Thank you.
была одна пуха, первая. Потом я выиграл. Сейчас был третий. Наверное, да. Хотел бы все. Вторая. Сейчас ты проиграл, не могло быть больше, ты проиграл, вот здесь балл сидел. И вторым мячом ты проиграл. Должно быть, ты подавал, по-моему, первое, под левым. Вот он был рот, что я тут сыграл, значит, балл прилетел, по-моему, на это. Да, тот ты мне вот сюда подавал, проиграл, вот сюда подавал, выиграл.
твою! Thank you.
Да. А вот это наш талисман был, между прочим. Это я только принес, талисман-то украл. Угу. А,
А я думаю, что это как ступеньки не... Да, да. Макеев, куда они все время деваются? Дождем? Растворяют. Кислорожди, это кислота. Ты не знал?
неделе, и что я вообще не смог играть. Чуть-чуть тут. Чуть-чуть поиграл. Я вообще могу в таком ритме играть долго достаточно. Если просто ты как забываешь. Ничего не попасть как-то элементарно.
Mm-hmm.